Всем привет! Сегодня мы с Никитой снимаем очередной челлендж. На этот раз мы выбрали челлендж, который называется, я точно название опять-таки не знаю, но, по-моему, попробуй не засмеяться. Смысл его в том, что мы вот на iPad по очереди будем смотреть одно видео. У нас оно длительностью 10 минут 34 секунды. И задача... И, кстати, видео это нарезка каких-то смешных вообще моментов, каких-то фейлов, там, ну, в общем-то, очень много всякого такого смешного. И задача в том, чтобы не засмеяться, не откровенно не улыбаться, не хихикать. То есть, вообще нужно каменное лицо? Ну, если ты подавляешь улыбку, это еще не считается страйком. Угу. Но если ты откровенно улыбаешься, хихикаешь или смеешься, то это как бы 100% уже страйк, все. И под конец видео, у кого будет больше страйков, тот как бы и проиграл этот челлендж. Что, погнали? Ну давай. Давай, кто первый смотрит. А я выиграю, значит, я? Или ты? Как хочешь. А мы не определили. Давай, если я выигрываю, то ты начинаешь. Ну, давай. Вот так. То есть я начинаю. Да, ты смотришь. Ага. Ну, пожелайте мне удачи. I'm gonna change this car from red to black. Я не могу. Я это видео уже 10 раз видела, я не могу каждый раз смеюсь. Не тогда. Did it work? Did it work? Да, я вам поразминаю лицо. Вспомни грустную историю. Да, это поможет. Соединись со своим внутренним дзеном. Это не считается. Ну ладно, ладно, давай. Я это не знаю. Do your homework, little nigga! Нет, это не... Всё, это точно страйк. Это был точно страйк. Если прошлый я тебе ещё подарила... Это
Так, ладно. Ну я продержалась несколько видео, это уже мне огромный плюс. О, это вообще капец сложно. Ну давай, погнали. Готов? Hi, I'm Reckless, and I'm gonna fuck this sign up. Нихуя! Так и знала, что так будет. Ай! Ой, я так не смогу не засмеяться. Это мое самое любимое видео в интернете вообще. Я его обожаю, это видео. Или это не оно? Нет, это оно. Да, это... Или нет? А, нет, это не оно. Я думала, это мое самое любимое. Нет, это оно! Это оно. Come inside now! Austin! Oh my goodness! All over me! Austin! Harley, stop it! Виталий, главный актер, ты меня не трогай! Садись!
такой звук еще. Все, страйк. Ну, я так долго продолжал. Ну, ты вообще монстр. Ну, там видео было не смешное, так что не считается. Так. Another revolutionary idea you'll only find at Suburban Auto Group, pending approval by Department of Agriculture. Sam, say frog. Fuck. Say frog. Fuck. Frog. Fuck. Видео закончилось. Вытяжка у тебя, конечно, отличная. Я точно не считала, кто там сколько смеялся, но мне кажется, я в этом челлендже проиграла, да, однозначно. Нет, ну согласитесь, вот этого кота это невозможно было не засмеяться. Это самое лучшее видео в интернете. Кстати, оригинальное видео, которое мы смотрели, я оставлю внизу. Если захотите его пересмотреть или поделиться с друзьями, то будет, в общем-то, ссылка внизу. Спасибо, что посмотрели этот челлендж. Надеюсь, он вам понравился, повеселил. В общем-то, давайте нам идеи для каких-то новых челленджей. Я думаю, может, еще какие-то поделать, потому что я вообще массу удовольствия от них получаю. Обязательно прокомментируйте и скажите спасибо Никите за то, что он согласился со мной поснимать свой выходной день и уделить этому время. Поставьте ему отдельный палец вверх, если это возможно, конечно. Ну, палец вверх он точно заслужил. И до встречи в новых видео. Пока. Пока-пока.